В рамках губернаторской программы «Активное долголетие» в библиотеке поселка Развилка состоялся творческий мастер-класс для жительниц старшего возраста. Провели его сотрудники центра досуга «Картино», с которым библиотека тесно сотрудничает уже не первый год. Сегодня мы приехали с мастер-классом. На мастер-классе будут делать цветы тюльпаны в технике изонить. Тюльпаны почему? Потому что весна, тюльпаны – символ весны. На улице солнце, хочется ярких красок, ярких цветов. Мастер-классы для детей по технике изонить в центре досуга «Картино» проходят уже давно. На этот раз попробовать себя в этом искусстве предложили участницам клуба «Активное долголетие». Для выполнения рисунка рукодельницам не нужно было затрачивать много усилий. Кстати, сам процесс помогает поддерживать мелкую моторику и зрение. А получившаяся работа радует глаз. Очень нравится мне вышивать, нравится шить. Я до сего времени и дома зашиваю все, на машинке строчу все. Несмотря, что мне далеко за 80. Моя домашняя работа – это готовка. Я повар. А здесь вы отдыхаете? А здесь я отдыхаю, правда. Здесь я отдыхаю душой и телом, точно. Для жительницы Развилки Екатерины Владимировны Васильевой подобный вид досуга тоже не в новинку. Я всю жизнь прожила и всю жизнь, говорю, вот и вязала, и шила. Ну а здесь вообще обалдеть, конечно. Так, опять ножницы. Красиво очень. Проект «Активное долголетие» завоевывает все большую популярность среди старшего поколения. Это возможность не только с интересом и пользой провести свободное время, но и пообщаться между собой. «Активное долголетие» у нас проходит очень активно, начиная от мастер-классов, литературных встреч, заканчивая экскурсиями различными. Досуговые мероприятия для жителей сельского поселения Развилковское будут продолжаться. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.